Повещаю для вас из темного леса. Темный лес. Друзья, смотрите, как все плавно связано в нашем организме. У нас есть чакра солнечного сплетения. Вот вы можете проверить, когда вы испытываете стресс, у вас начинает сосать под ложечкой, и еще у вас такое, вот здесь напряжение возникает. И вам тяжело дышать, у вас как бы дыхание останавливается. Смотрите, чакра Манипура, она желтого цвета, она солнечная. И вот от ее работы зависит работа многих органов. Например, когда мы испытываем страх, у нас сразу возникает спазм. Спазм капилляров. Закрывается, диафрагма опускается, сдавливает внутренние органы, возникает гипоксия, кислородное голодание. Там возникают уже как бы спазмы брюшной аорты, которые вызовут любую боль в любом месте. И, например, не работает печенка, надпочечники начинают выделять адреналин, возникает активация симпатической нервной системы, то есть у нас есть автономная нервная система, которая имеет две составляющие, симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая ответственна за реакцию «бей или беги», а парасимпатическая ответственна за реакцию «отдых и переваривание», то есть мы отдыхаем. Так вот, в такой момент нам нужно положить ладошку, то есть там еще договорю, активация, да, надпочечники сразу заработали. Потом у нас идет, не работает нормально. То есть у нас все тело пронизано энергиями. И если эти энергии не передвигаются плавно, возникает где-то спазм, где-то кто-то скрючился, мы сдавили диафрагму, все, энергии плавно никогда не потекут. Поэтому растяжка так важна. Поэтому в моей программе растяжка имеет первостепенное значение в плане упражнений. Так вот. Когда у нас, и у нас перекрывается поток в позвоночном столбе, когда мы испытываем страх. Эта чакра перестает нормально функционировать. Параллельно с этим перестают функционировать нормально надпочечники, почки, печень, поджелудочная, селезенка, соответственно, кишечник и желудочно-кишечный тракт, то есть весь желудочно-кишечный тракт, да? И у нас возникают проблемы, запор, страх. Если вы испытываете страх и не можете, как говорится, воссиять в этом обществе, то есть показать свое «я» и не бояться ничего, у вас будут хронические запоры. Страх, он вызывает агрессию, гордыню, ненависть. Все эти качества вызовут у вас всевозможные болезни. Поэтому, что нам нужно сделать? Вот как бы вы подумали логически? Господь дает знания, чтобы мыслить логически. Смотрите, если у нас активирована система стресса, хроническая система, значит, у вас гормон кортизол хронически повышен. Что при этом... И еще и сахар хронически повышен. Что при этом мы сделаем? Мы должны активировать противоположную функцию нашего организма, парасимпатическую нервную систему. Как? С помощью дыхания. Берете вот так вот, правая ручка. Зажимаете правую ноздричку, потому что она у нас ответственна за солнечную энергию. Да, правая сторона у нас есть, правый канал и левый канал. А левый канал ответственный за лунную энергию, то есть успокоение, женская энергия, инь и янь, да? Так вот, мы активизируем сейчас лунную женскую энергию. И давайте с вами подышим. Вдох и выдох. Вдох. И выдох. Смотрите, какая красота. Вдох. И выдох. И вот так вот, если вы испытываете стресс, подышите от 5 до 10 минут. Потом можно, если, допустим, у вас нехватка энергии, наоборот, упадок сил, делайте вот так. Левую ноздрю вот в таком положении и дышите то же самое. И у вас пойдет энергия. Мы люди... Настолько не живем в гармонии с природой, что из-за этого у нас постоянно страх, у нас постоянно стресс. Поэтому моя программа, мои знания в телеграм-канале рассчитаны, чтобы избавить тебя от этого стресса, ну совсем ненужного тебе, совсем ненужного.
Ссылка на мой телеграм-канал в шапке моего профиля. Приходи. Ой, маленький. Кто тут рыбку будет кушать? Рыбка, рыбка. Рыбка, иди сюда, мои холёщики.